собираясь в поход, я взял с собой самые необходимые и компактные вещи. Я тоже взял с собой все, что захотел. Гулять так гулять. Магнитофон, гантели – это нужная вещь. Книга о вкусной и здоровой пище и еще много нужных вещей. Рано утром мы вышли из дома. У Толика рюкзак тяжелее, чем следует. «Полезного много не бывает», – сказал он. Лес постепенно сгущался. Да, рюкзак тяжеловат. Ой, кажется, я застрял. Ау, помогите! Вот так я остался в лесу. Чтобы правильно выбрать направление, я воспользовался компасом. Раз уж я заблудился, неплохо бы подкрепиться, почитать поваренную книгу. Лось настоящий! Чтобы проверить, я щелкнул его по носу. Ой, мамочка! Настоящий! Лось бежит. Что-то его испугало. Прячьтесь за дерево. Внимание! Нужна помощь спасателей. Срочно вылетаю! Ребята, нельзя разбредаться! Я определил по компасу, куда мы пришли. Двигаемся в обратном направлении. Чего доброго, дождь начнется. Так я и знал. Надо бегать, чтобы молния не поймала. Где-то был зонт металлический. Ой, ни рюкзака, ни зонта. И правда, дождь накрапывает. Ребята, укрываемся от дождя. Металлические предметы складываем на поляне подальше. Они способны притягивать молнию. Я решил спрятаться за высоким выступом в скале. Но молния любит ударять по этим выступам. Надо укрыться под самым высоким деревом. Высокие деревья служат громоотводом. Ой, ну почему же я не учил ОБЖ? Я устал и хочу есть. Вот и еда! Красный гриб! Знаешь, как называется гриб, который ты собираешься съесть? Ядовитые грибы. Ложные опята. Панзолус и бледная поганка. Мухомор красный. Волчья ягода. Говорушка светящаяся. Съедобные грибы. Подосиновик. Белый. Опенок летний. Подберезовик. Сыроежка. По
Пойдем скорее к костру. Тебе необходимо обсохнуть и поесть. Мы решили сделать тебе подарок. Эта важная книга называется «Основа безопасности жизнедеятельности». Берите в поход только нужные вещи. Берите вес по силам. Следите, чтобы никто не отстал. При встрече с животным лучше замереть. Во время грозы избегайте открытой местности. Не прячьтесь под навесами или уступами. Не приближайтесь к высоким деревьям. Не собирайте опасные незнакомые грибы.